здравейте, уважаеми зрители, за пореден път Поглед ТВ от Крим. Сега ще ви запозная с един руски бизнесмен от полуостров Крим, за да видим как е ситуацията икономически и дали наистина, както нашите колеги от другите български медии говорят, положението в Крим е толкова лошо и въобще в Русия. Здравствуйте, Сергей Иванович. Добър ден. Как идва у вас бизнес после вхождение Крима в състава на Русия? Потому что у нас в Европе очень часто говорят, что все идет плохо за русских бизнесменов. Ну, у нас, в частности, в Крыму, после того, как Крым стал, вернулся в состав Российской Федерации, очень увеличились объемы строительной отрасли и в целом в бизнесе, так как страна огромная, потребности большие. Поэтому только положительно, в положительном смысле слова, и объемы, и качество, особенно в строительной отрасли, что касается, если меня, ну, производстве товаров народного потребления, все гораздо лучше. А как было до вхождения? До вхождения это уже как процесс немножко стагнации начинался. А с приходом, когда Крым стал российским, естественно, как второе дыхание открылось, и все идет по возрастающей. Если брать конкретно в Крыму и в Симферополе, ну, это практически за эти 8 лет вырос второй город в Симферополе и в других регионах Крыма аналогично. А как чувствует бизнес себя всегда на фоне санкций, на фоне западных санкций по отношению к Крыму? Ну, есть много негативных таких моментов, которые хотели создать нам западные наши так называемые партнеры в кавычках. Но мы их, оно, конечно, усложнилось, логистика усложнилась, дополнительные есть затраты, но эти все трудности, которые нам пытаются создать, они наоборот, как бы у предпринимателей наших крымских появились дополнительные силы, чтобы все это преодолеть. И с более таким энтузиазмом, наоборот, решаются все вопросы более эффективно. Судя по тому, что некоторые экономисты говорят, в Крым ожидается инвестиционный бум. Вы думаете, что возможно участие болгарских бизнесменов или нет? Я считаю, что пусть, если так, пожелание болгарским бизнесменам, пусть они не остерегаются и не опасаются. Мы по-прежнему, наш российский, русский народ, вообще России, народ России, он многонационален. Мы по-прежнему болгарскому народу относимся очень доброжелательно и ждем. Им будут, наоборот, даже какие-то и преференции. Если они одни из первых рискнут, невзирая на то давление, которое на них сейчас оказывается со стороны Евросоюза, если они придут в Крым с предложениями и инвестициями. И, наконец, в общем, как будет у русских бизнес после конфликта в Украине? Будут ли большие проблемы в связи с того, что, ну, вы знаете, Европа, есть новые санкции из Европы и так далее? Ну, если... Будет ли конец экономической связи? Да, я понял. Если подходить глобально, то первоисточник всех этих бед и нестабильной ситуации в целом в мире – это гегемония Соединенных Штатов. Поэтому Европа, они являются просто сателлитами и марионетками именно в руках американских монополий, американской власти, именно Соединенных Штатов. Как только она будет разрушена, власть, моментально же будет многополярный мир и будет, я считаю, и экономика по-другому, ни в одном направлении. Потому как вы возьмите любая международная организация, допустим, ВАД там, или еще какие структуры, ВТО, они все направлены на ущемление
тех государств и тех структур, которые неугодны и составляют конкуренцию Соединенным Штатам. Поэтому я считаю, что это будет только все, если будет ослаблять именно, и Евросоюз поймет, а особенно Болгария, так как это действительно страна бывшего социалистического лагеря, значит, только будут положительные все эффекты. Очень спасибо.